Здравствуйте, с вами деда Саша. Сегодня я покажу, как делается салат из авокадо, сыра и яйца. Ничего сложного нет, у нас существует всего три компонента, плюс соль и перец. Я беру уже очищенное авокадо. Понятно, что авокадо желательно, чтобы был спелый. И натираю его. Натираю его на крупной терке. В том объеме, в котором мне понадобится. Очень вкусный продукт, очень полезный, очень калорийный, имейте в виду. Те, кто пытаются сидеть на диете и хотят есть авокадо, это будет сложно. Я обязан вам сказать следующее, что авокадо, как многие считают, это фрукт. И считают правильно. Авокадо это действительно фрукт. Он растет на дереве. В моей жизни в Израиле произошел случай, когда я привез детей в место, где растут апельсины и мандарины. Тут же приехала охрана. И когда мне задали вопрос, что я здесь делаю, я честно ответил, что объясняю детям, что апельсины растут не в ящиках в магазине. Охранник решил, что я над ним издеваюсь, задал мне соответствующий вопрос. Ну что я спросил, скажи, ты когда-нибудь видел, как растет авокадо? И оказалось, что охранник, работающий уже много лет в сфере охраны садов, никогда не видел, что авокадо точно так же, как и апельсины, растут на деревьях. Вместе, вслед за авокадо, я натираю яйца. Я натираю яйца, 2 или 3, в зависимости от вкуса, для того, чтобы создать вкусный салат. Вслед за этим я натираю сыр. Компании сыра пока еще не стали нашими спонсорами, поэтому я не буду говорить, сыр какой компании я натираю. Но я натираю сыр твердых сортов. В моем случае этот сыр частично плавленый. И вот я его натираю порядка 100 грамм. Теперь у нас существуют все компоненты, которые нам нужны для создания салата. Единственное, что нам не хватает, это соль, перец и, возможно, лимон. Лимон можно не жадничать, по той причине, что авокадо очень любит лимон. Я просто выжимаю лимон, свежий, сочный лимон. Салат. А, у нас брызжет во все стороны. Постарайтесь размять этот салат как можно лучше. Тогда он лучше перемешается. Его можно использовать как на маску, на бутерброды, на хлеб. Опять же, если вы не стараетесь сохранить фигуру. Главное, что все, что вы готовите, готовьте с любовью, с радостью и желанием накормить того, кто придет вместе с вами делить вашу трапезу. Салат готов. Вот он салат. С вами деда Саша. В жизни, в Ютубе и на Фейсбуке. Ищите, я всегда с вами.